Ростовчане, поздравляю вас с днем рождения. Да-да, я все знаю, что Ростов отмечает свой день города в сентябре. Да, все это, конечно же, я хорошо знаю. Но я сейчас немного не об этом. Сегодня, именно сегодня, 18 ноября, свой день рождения отмечает главный зимний волшебник страны. Ну, конечно же, это Дед Мороз, как вы все догадались. Поздравляем его с днем рождения. И, конечно же, ждем его с нетерпением в Донской столице. Да, новогодние праздники не за горами, его время совсем уже близко. А вы знаете, что кроме жителя непосредственно Великого Устюга, есть еще и много его братьев существует, да, кроме федерального Деда Мороза, скажем так, есть еще и региональные варианты. Ну, к примеру, в Чувашии, к чувашской лебедне, к чувашским детям приходит Хелмучи, такой, так называемый, да, живет он по преданию в столице региона Чебоксарах, ну и имя его переводится как Дед Зима. Ну, что логично, в общем-то, да, как и Дед Мороз. Младший брат Деда Мороза Пакайне прописан в Карелии. Он, по преданиям, юн и без бород, в отличие от Деда Мороза того же самого. Вот мне кажется, что нам в Ростове тоже нужен свой вариант, такой региональный вариант зимнего волшебника. Ну, хотя с нашими вот отсутствием снегопадов и постоянно январской слякотью какой-то, да, непонятной, мне кажется, что придется ему жить у кого-нибудь в морозилке. Так что подождем основного Деда Мороза лучше. Интересно, что с днем рождения Деда Мороза морозы из Ростова уходят, и минусом в Ростове в ближайшие дни пахнуть не будет. К примеру, в пятницу нас ждут комфортные для ноября плюс 5 на термометрах, это днем, а сегодня ночью температура останется около нуля. Ветер минимальный 2,7 метра в секунду, правда, солнца в небе не увидим, но думаю, что нам это не испортит самый приятный день рабочей недели, правда ведь?